Всем привет! Сейчас я покажу, как быстро вырезать покрышку. Нож и немножко воды надо. Вот такая вот покрышка у нас есть автомобильная. Ее хама. Смотрите, вот ее размер 275 на 50 на R20. Значит, диаметр ее 750 миллиметров, вот она. Высота 29, но высота это полная, вот 29 мы смотрим. А когда мы ее чуть-чуть вырежем вот здесь вот по самому ободку, чтобы не было, нам ничего не мешало, будет уже 27. Сейчас я поставлю камеру и засекайте время, за которое я буду резать ее. Так, ставим камеру. Вы видите. Смотрите. Налив воды сюда, она смочила. И переверну, с этой стороны смочила. А теперь я просто беру ножом и вот так вот делаю напряг, прорезаю. Видите, как колбасу. Она режется легко. И пошли. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37. О, переворачиваем. И так же само, опять же, берем как колбасу режем. Все, прорезали, ставили. Я делаю, видите, рукой одной прижимаю. Делаю напряг такой. Резина тогда хорошо режется, когда есть чуть-чуть у нее напряжение. И мокрая, она уже как смазка. Можно, конечно, и мылом хозяйственным там мазать. Можно даже маслом, отработкой. Я вообще вырезаю быстрее, но вот это вот кручение, чтобы на видео было красиво. Все. Вот. Готовая. Можно клумбу такую сделать. Можно круглую клумбу сделать. А если поставить друг на друга, будет прекрасная емкость для сыпучих материалов. Или того же перегноя. Спасибо, что были у деда на канале. Пока. До новых встреч.